Здравствуйте, уважаемые подписчики, с вами Раиф Мисаев, и вы на канале «Алтай. Дело тонкое». В сегодняшнем выпуске мы с вами узнаем, какой же праздник больше всего любят в Восточном Казахстане, что любят дарить друг другу восточные казахстанцы, а что они не любят дарить. Праздник восточных народов Наурыз, потому что мы можем увидеть красивые традиции казахского народа, людей в национальных одеждах и стать свидетелями всяких обычаев, также попробовать национальные блюда. День независимости. Новый год. День рождения. Мой любимый праздник – это День влюбленных. Новый год. Новый год. Вот на день рождения букет, большой цветок. Любовь. Наушники. Самый лучший подарок, который получал, это любовь и объятия. Кольцо. Мой лучший подарок, это, наверное, книга. Мне мама подарила, это называется «Тыптукфиян». Книга про историю нашу. Я не могу сказать, что определенный подарок мне больше нравится, чем другие подарки, потому что каждый подарок я принимаю с особым интересом, с трепетом, с благодарностью. Говорят, что нельзя дарить близким людям часы и ножи. Нельзя дарить подарки, сделанные не с душой или купленные не с душой. Деньги. Человеческим суеверием это часы, нож или что-то в этом роде. На этом выпуск подходит к концу. В комментариях пишите о своих любимых праздниках, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всего доброго.